Люди предпенсионного возраста меняют профессию. В Карагандинской области в этом году по проекту «Серебряный возраст» трудоустроили почти 1000 человек. Проект успешно работает во всех городах и районах. Марина Золотарева расскажет, какие вакансии предлагают серебряным работникам в Балхаше. Ульяна Гулина в 50 лет осваивает профессию овощевода. Она в местном тепличном хозяйстве выращивает помидоры и огурцы. Не имея работы, Ульяна одна из первых стала участницей проекта «Серебряный возраст». А тут владелец теплицы как раз искал именно взрослых сотрудников. Предприниматель считает, что серебряные работники ответственные и исполнительные. Ульяна прошла обучение, теперь набирается опыта. Работа меня устраивает, зарплату нам платят вовремя, без задержек. График тоже меня устраивает. Проблем с работой нет. Кто хочет работать, тот работает. Государство помогает. Да. Хорошая программа. Очень здорово помогает. Тем более зарплата субсидируется государством. Ну, это большая помощь для развития крестьянского хозяйства и вообще в целом агропромышленного комплекса. Поэтому в дальнейшем мы согласны на сотрудничество. В проекте «Серебряный возраст» участвуют трудоспособные люди в возрасте 50 лет и выше. Но сначала они должны зарегистрироваться как безработные. К слову, специальность иметь вовсе не обязательно. Многие работодатели готовы сотрудников обучать. Трудоустраиваем безработных граждан в различные сферы в зависимости от потребностей работодателей. Есть нужда в поварах, продавцах, швеях, охранниках, овощеводах. Среднемесячная зарплата составляет 120 тысяч тенге. Первые 3 года ее субсидирует государство. На данный момент мы трудоустроили 43 человека по проекту «Серебряный возраст». В проекте могут участвовать все предприятия, которые действуют более года. По условиям они должны регулярно производить налоговые и социальные отчисления и не иметь задолженности по зарплате. В этом году по проекту «Серебряный возраст» трудоустроят почти 1300 жителей области. На организацию социальных рабочих мест выделено порядка 2 миллионов тенге. Марина Золотарева, Зарина Зулпухар, Карагандинская область, 24 КИЗ.